Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 6 серии. Итак, хозяин купил запчасти, установил на машину и пригнал ко мне. На этой машине мне надо отремонтировать перед и правое заднее крыло. Установил машину на стапель, и ремонт начинается. И начинаю ремонт с разборки. Итак, перед разобран, правый лонжерон согнут. Вытягиваю и равняю его. Но сначала сделаю некоторые измерения и затем начинаю ремонт. Я снял подрамник, он деформирован. Хозяин купил другой, БУ, но хороший. Для ремонта этой вмятины я вырезаю окошко. Измеряю высоту лонжерона. Высота обоих лонжеронов одинаковая. Good. Я крашу лонжерон и потом устанавливаю все части переда.
Работа с передом закончена, теперь я приступаю к ремонту заднего правого крыла. Для ремонта буду использовать споттер. Теперь с краем все в порядке. После работы со споттером край крыла как друшлаг. Эту проблему заливаю оловом. И на этом работа с крылом закончена.
Итак, работа с металлом закончена. Машина уезжает на покраску. После нескольких дней машина вернулась с покрасочного цеха. Теперь последний этап – сборка. Итак, ремонт этой машины закончил. На этот ремонт ушло 12 дней. 7 дней работа с металлом и сборка, 5 дней покрасочной работы. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!